Всем привет! У нас сегодня большое поступление одежды и электроники по очень доступным ценам. Хотите первым узнавать о наших акциях и новом поступлении товара? Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылочку я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Обзор будет большой, поэтому усаживайтесь поудобнее, чай, кофе берите с собой. Ну что, погнали! Мы получили теплые зимние курточки Adidas. Цвет черный и темно-синий. Вот такие вот теплые кубки. Логотип хочу показать сразу, аккуратно вышит. Размерный ряд идет от 48 по 56. Здесь кнопочки. Молния отлично работает. Подкладочка такая черная. Внутри также имеется дополнительно карман для мелочей. Очень удобно. По бокам идут карманы на молнии с одной стороны и с другой. Кармашки очень просторные, отлично. По бокам идут три белых полосочки. Аккуратно все сделано, вышито. На рукавах вот такой вот манжет-резиночка. Сзади моделька выглядит вот так. Дизайн отличный. Капюшончик, девчонки, смотрите, съемный. Кому нужно, отстегнули. Так, здесь липучка убирается. Капюшончик съемный на молнии. Цена этой курточки 3500 рублей. Цену называю в розницу. Также у нас приветствуется опт. Опт обсуждается индивидуально. Поэтому пишите, не стесняйтесь. Обязательно всем отвечу. Отправочка у нас идет день в день. Все зависит от того, когда вы сделали заказ. Получили мы еще вот такие вот прикольные, классные женские курточки. Цвет серый. Моделька отличная. Посмотрите, какой дизайн. Курточка отличная. Чуть ниже пояснички все прикрывает. Поэтому, девочки, не переживайте. Посмотрите, какая шикарная молния. Здесь подкладочка такая. Размерный ряд идет от 50 до 58. Капюшончик идет съемный. Здесь молния. То есть капюшончик отстегнули. И получается, смотрите, какой большой широкий воротничок с стоечкой. На рукавах. Рукава вот такие вот идут. И по бокам с одной и с другой стороны карманы на кнопочках. Кармашки такие просторные, хорошие. Сзади курточка выглядит просто шикарно. Они очень легкие. Цена смешная, девочки. Цена 4000. Цену называю в розницу. Здесь снизу утяжечка. Кому нужно, подтянули. Можно сделать ее прямо вот так вот снизу, чтобы она была как на резиночке. Еще такая же моделька есть в черном цвете. Также идет размерный ряд от 50 до 58. Капюшончик также съемный. Отстегиваете. Воротничок такой большой, широкий, стоечкой. Карманы на кнопочках также. И внутри, сейчас я вам покажу внутри. Также черенькая подкладочка. Также утяжечки. Цена 4000. Цену называю в розницу. И сзади моделька. Просто шикарный материал, водоотталкивающий. Отправочка у нас день в день. Пишите, не стесняйтесь. Обязательно всем отвечу. Вот такие вот еще теплые зимние курточки мы получили. Цвет бежевый. Размерный ряд идет М, L и XL. Курточки шикарные сзади. Посмотрите, как выполнено. Дополнитель холофайбер. Здесь такой капюшончик. Смотрите, большой. На двух кнопочках. Капюшончик отстегивается. Здесь молния. Захотели, отстегнули. И здесь получается воротничок с стоечкой. Молния отлично работает. И внутри вот такая вот подкладочка. Снизу утяжечки. То есть, пожалуйста, утянули. То есть, получается, курточка идет снизу на утяжечках. По бокам идут с одной и с другой стороны карманы. Карманы просторные, хорошие. Цена 2600 рублей. Цену называю в розницу. Такая же моделька у нас еще есть в черном цвете. Также капюшончик идет на двух кнопочках. Молния
отлично работает. Подкладочка черная. Здесь также с одной и с другой стороны вот такие вот утяжечки. Курточки шикарные, девочки. Капюшончик съемный. Вот молния. Отстегнули. На рукавах резиночка. То есть, видите, да? И сзади моделька выглядит. Вот так. Цена также 2600 рублей. Курточки шикарные. Легкие, теплые. Пишите, не стесняйтесь. Кому нужно, делаем замеры. Отправочка у нас день-день. Транспортными компаниями почта, СДЭК, Сберлогистик и Боксбери. У кого отправочки, обязательно делаем фото, видео дополнительно. Поэтому не стесняйтесь, обращайтесь. В наличии у нас также демисезонные жилеточки Adidas. Цвет черный. В красивом очень дизайне. Размерный ряд от 48 по 56. Наполнитель холофайбер. Молния отлично работает. Логотип вышит. По бокам с одной и с другой стороны идут карманы на молнии. Карманы глубокие, просторные. Капюшончик идет съемный. Здесь молния. Отстегнули, кто хочет с капюшончиком. Вот капюшончики, вот такая вот резиночка. Здесь подкладочка. Внутри также имеется дополнительно карман. Карман идет на молнии. Сзади вот такой вот красивый дизайн. Цена этой жилеточки 1400 рублей. Цену называю в розницу. Кому нужно, то есть у кого, да, доставочка, делаем дополнительно замеры. Отправочка у нас день-день. Все зависит от того, когда вы сделали заказ. Также у нас в наличии демисезонные жилеточки больших размеров. Есть еще и толстовочки, и штанишки также больших размеров. Вот такие вот жилеточки больших размеров у нас в наличии. Цвет черный, моделька шикарная. Особенно для такой погоды это просто отличный вариант. Демисезонная жилеточка. Размерный ряд идет от 6XL до 10XL. Капюшончик идет съемный. То есть отстегивается воротничок стоечкой. Здесь такие широкие рукава. Карманы с одной и с другой стороны на молнии. На капюшончике такие утяжечки, шнурочки. Молния отлично работает. Черная подкладочка. И мне нравится, что в каждой жилеточке есть внутри дополнительный карман на молнии. Большой, просторный. Так, сзади вот так вот жилеточка выглядит. Цена этой жилеточки 1600 рублей. Цена смешная. Поэтому пишите, не стесняйтесь. Делаем замеры, фото, видео по запросу. Также у нас еще в наличии и демисезонные жилеточки Nike. Цвет черный. Размерный ряд от 48 по 56. Логотип тоже аккуратно вышит. По бокам с одной и с другой стороны карманы на молнии. Карманчики очень просторные, глубокие. Молнии работают отлично. Так, здесь. Оп. Подкладочка идет у нас черная. Капюшончик также на молнии отстегивается. Здесь на капюшончике такая вот резиночка. Внутри также имеется дополнительно карман на молнии. Так, очень просторный, глубокий кармашек. Вот так вот жилеточка выглядит сзади у нас. Наполнитель холофайбер. Цена 1400. Пишите, не стесняйтесь. Дополнительно сделаем, кому нужно, замеры. Отправочка у нас день в день. Также у нас в наличии спортивные штаны Adidas. Идут они в темно-синем цвете, также есть в черном цвете. Здесь широкая резиночка.
шнурочек. Логотип, посмотрите, аккуратно вышит. По бокам с одной и с другой стороны идут карманы на молнии. Карманы очень глубокие, просторные. С одной стороны и с другой стороны также карманчик на молнии. Молния работает отлично. По бокам три белые полосочки. Аккуратно все прошито. Снизу широкая резиночка. Резиночка мягкая, хорошо растягивается. Сзади на штанишках. Так, сзади модельчика у нас. Сзади имеется, вот здесь, видите, спрятан карман также на молнии. Хороший просторный кармашек. Цена этих спортивных штанов 1200 рублей. Размеры в наличии от 48 по 56. Материал очень хороший. При стирочке не садятся. Обязательно стирайте деликатной стирочкой. То есть постирали, повесили. Мне кажется, полчаса высохли. И в таком же состоянии будут. Материал просто отличный. Не скатывается, ничего не прилипает. Еще такие же штанишки у нас есть спортивные. В черном цвете. Модельчика уже другая. Они также есть и в черном цвете, и в темно-синем. Логотип, прошу заметить, вышит. Все аккуратно сделано. По бокам три белые полосочки. Резиночка уже снизу маленькая такая вот резиночка. Очень хорошо тянется. Так, где пояс, резиночка широкая. Также имеется шнурочек для фиксации. По бокам также карманы на молнии. Кармашки просторные, глубокие. Очень даже хорошо. Так, и с другой стороны также карман на молнии. Цена 1200 рублей также. Размерный ряд от 48 по 56. Кому нужно, делаем замеры обязательно. Фото, видео присылаем по запросу. Отправочка у нас день в день. Цену называю в розницу. Поэтому пишите, не стесняйтесь. Обязательно всем подскажу, подберем нужный для вас размер. Так, еще у нас в наличии вот такие вот шикарные, отличные моделечки. Hugo Boss. Шикарная моделька, девочки. Воротничок идет стоечкой. Сверху три пуговички. Аккуратно выполнен логотип Hugo Boss. Размеры в наличии от 48 по 56. На рукавах вот такая вот широкая резиночка. И снизу также широкая резинка. Модельчики просто бомбические. Вот так вот сзади выглядит. Цена 1400. Цену называю в розницу. Такая же моделька, только в белом цвете. Просто шикарные толстовочки. Воротничок также идет, девчонки, стоечкой. Размеры от 48 по 56. Сверху три пуговички. И аккуратно выполнен логотип Hugo Boss. На рукавах резиночка такая широкая. И снизу также широкая резиночка. Модельки просто шикарные. Цена 1400. В наличии у нас также еще мужские водолазочки. Особенно на такую погодку просто шикарные модельки. В сером цвете. Воротничок идет стоечкой. Материал стретч на плейсе. Шикарно. Просто сидят. Мягенькие, приятные к телу. Здесь вот такой вот флейс. Мягенькие, очень хорошие. Так, и сзади моделька. Все аккуратненько прошито. И здесь простые рукава. Цена этой водолазочки 490 рублей. Такая же, девчонки, водолазка идет в черном цвете. Такая же моделька. Размеры от 48 по 56. Воротничок идет стоечкой. Размеры от 48, повторюсь, по 56. Под свитер, жилеточку. Вообще отличная тема. Поэтому пишите, не стесняйтесь. Все размеры есть в наличии. В наличии у нас теплые термоносочки Adidas. Размер 41-47. Упаковочки идет 10 штук. Цвета все разные. Носочки очень классные, теплые. Внутри расположена вот такая махровая часть, где ступня. За счет этого нога не потеет.
Носочки шикарно сидят на ноге. Резиночка ногу не стягивает. Цена 120 рублей за пару. Так, сейчас я вам еще покажу. Спортивная сумочка у нас Adidas. Это у нас сумка, рюкзак идет. Цвет черный. Просто шикарные сумочки спортивные. Логотип красиво, аккуратно выполнен. Такая сумочка есть еще в красном цвете и в сером. Цвет такой металлик. Сумка-рюкзак. Здесь широкие регулирующие ручки, фиксаторные липучки. Спереди большой карман на молнии. Очень просторный, посмотрите. Молнии отлично работают. Сбоку карман располагается. Здесь карман для обуви. Кому как удобно. Отлично. Убрал обувь. Уже вещи вовнутрь сумочки кладете. Ничего не испачкаете. Здесь просторное большое отделение. Шикарно. В комплекте идет ремень через плечо. Широкий, регулирующий. Здесь его цепляете. Вот так вот. И отлично, прям на плечо повесил, кому как удобно. Так, и здесь сейчас я вам покажу, располагается карман для мокрого белья. То есть, да, у кого, например, секция там плавания, либо на юг поехали отдыхать, да, положили мокрое белье, полотенце, очень удобно. И здесь белье уже сухое остается. Кармашек довольно-таки такой большой, просторный, вместительный. Так. И здесь еще у нас также располагается карманчик дополнительный. То есть один карман для обуви, второй дополнительно для мелочей. Здесь сумочка делается уже рюкзачком. Здесь широкие ручки такие, регулирующие. Здесь фиксируете, то есть делаете как рюкзачок. Да, то есть можете носить в руке, либо повесить. И получается у вас здесь такой рюкзачок. Сейчас я этот карман закрою. То есть, да, здесь можно ручки зафиксировать на липучке. И здесь сделайте рюкзачок. И, пожалуйста, рюкзачок. Хотите сумочкой, да, сделать, то есть убираете эти ручки сюда. Здесь такие специальные отверстия. То есть убираете вот эти вот веревки. И получается у вас спортивная сумка. Отличный вообще вариант. Хочу напомнить, что идет в черном, в красном и в сером цвете. Цена 1200 рублей. Еще посмотрите, какие у нас модельки есть. Сумочки. Также спортивные Adidas. В черном. Темно-синем цвете. Модельки просто шикарные. Красиво выполнен логотип Adidas. Сумочки объемные. Здесь, посмотрите, карман большой, просторный, сеточкой. Здесь идет отдел для обуви сейчас. Так. Большой просторный отдел для обуви. Шикарный, прям глубокий. Здесь располагается карманчик по всей сумочке. Тоже большой, просторный. Для мелочей, кому как удобно. Так, и основное большое отделение. Просто шикарная сумочка, подкладочка серенькая, в комплекте идет также ремешок регулирующий, широкий, на плечо. То есть зацепили, повесили. Для секции, кому как удобно, на море съездить. Сумочки очень хорошие, просторные и вместительные. Цена этой сумочки 1200 рублей. Цену называю в розницу. Так, и еще такая же сумочка в темно-синем цвете. Сейчас я вам также покажу. Вот она у меня рядышком. Дно здесь, посмотрите, какое здесь шикарное дно. Дно водонепроницаемое. То есть поставили на мокрое. Все, не беспокойтесь.
все, что внутри, вещи, какие у вас, все сухие, целые. Протерли мокрой тряпочкой, и все прекрасно. Также располагается карман с сеточкой. Красиво выполнен логотип Adidas. Цвет тоже такой классный, да, темно-синий. Карман большой во всю сумочку, широкий, просторный. Здесь также отдел для обуви располагается. Очень глубокий, вообще отлично. Так. Широкие также ручки и большое отделение. Основное. Здесь два бегуночка на сумочке, прошу заметить. Да, большое простое отделение. Посмотрите, шикарно. Просто все вещи поместятся. И в комплекте также идет ремень через плечо. Широкие регулирующие. То есть захотели поменьше сделали, захотели побольше. Здесь вот эти штучки, чтобы цеплять этот ремешок. Цена 1200 рублей. Цену называю в розницу. Темно-синий. И в черном цвете. Сумки шикарные просто. Также у нас наличие спортивной сумочки Adidas. Посмотрите, эта сумочка, расцветочка, как вы видите, яркая, сочная, цвет голубой. Есть в розовом, фиолетовом и с белым. Также логотипом сумочки Adidas. Красиво выполнен логотип. Посмотрите сбоку. Широкие, яркие, красивые ручки. Здесь фиксатор на липучке, чтобы фиксировать можно было. Спереди располагается большой сейчас карманчик. Такой глубокий для мелочей, кому как удобно. Сбоку карманчик с сеточкой. Такой просторный, хороший. Здесь специально для того, чтобы, ну, кто знает, да, на чемодан повесил, и сумочка уже никуда, да, не упадет. Здесь сбоку три полосочки такие красивые, яркие, голубые. В комплекте идет, ну, естественно, широкий регулирующий ремень. Яркий такой, голубой, прям в цвет сумочки. Причем со всеми сумочками, то есть фиолетовый, значит, фиолетовый ремешок идет. Здесь вот так фиксируете ее. И шикарно. Здесь такое большое просторное отделение. И, естественно, имеется дополнительно карман внутри для мелочей. Цена этой спортивной сумочки 800 рублей. Сумочки просто шикарные. Так, это в голубом цвете. Так, вот, я вам, как и говорила, в фиолетовом цвете. В розовом также цвете. Яркий такой розовый. Вот фиолетовый. Посмотрите, какой красивый цвет, да? Черная с фиолетовыми также ручками. Карман спереди для мелочей. Прям во всю сумку. Мне прям нравится, что карманы такие большие, широкие. Во всю сумку удобно положить, сложить нужные вещи. Также красиво расположен аккуратно логотип Adidas. Сбоку также карман с сеточкой. Ручки. И фиксатор на липучке. И здесь в комплекте регулирующий ремешок и карман для мелочей. Так, здесь у нас Nike сумочки. Аналогично, размеры у всех стандартные. Сумочки такие средние. То есть кому для занятий, куда-то поехать, немного вещей взять. Самое то, что нужно. Это сумочка спортивная Nike. С розовым логотипом, как вы видите. Есть также с голубым, с фиолетовым и с белым логотипом. Широкие, яркие, красивые ручки. Фиксатор на липучке. Также аналогично сумочке Adidas. Спереди располагается широкий просторный карман. Здесь у нас карман также с сеточкой. Это кольца для того, чтобы повесить ремень через плечо. Также вот такой вот ремешок для того, чтобы можно было сумку на чемодан повесил, чтобы в руках не тащить. Удобно сделано. И красиво выполнен, видите, розовым логотип Nike. В комплекте также идет красивый, яркий, регулирующий ремень через плечо. Ну и, конечно же, внутри дополнительно
карман для мелочей, кому как удобно. Сумочки такие просторные, хорошие. Здесь такая подкладочка. Материал водоотталкивающий. Цена 800 рублей. Еще у нас вот такие вот модельки. Сейчас я вам покажу. Просто шикарные пришли у нас сумки-рюкзаки. Посмотрите. Одна упаковка чего стоит. Смотрите, какие очень шикарная упаковочка Jordan. Идут они каждый индивидуально упакованы. То есть ручка специально. Просто шикарный дизайн, да? Уже не говоря о сумочке. Так, открываем. Вот такие вот просто бомбические спортивные сумочки Jordan мы получили. Сумка-рюкзак. Цвет черно-красный. Красиво выполнен. Спереди логотип Jordan. Здесь сбоку, посмотрите, очень красиво и аккуратно выполнен. По бокам у нас идут карманы на липучках. То есть, посмотрите, по бокам карманы и яркая, красивая подкладка. С одной стороны. Здесь у нас карман для мелочей. Также очень красивая, яркая подкладочка. Карманчик такой довольно-таки глубокий, просторный. Так. И с другой стороны также по всей длине сумки располагается карман для мелочей на липучке. Ручки вы можете убрать сюда для того, чтобы можно было потом из сумки сделать рюкзак. Также видите широкие ручки, здесь фиксатор на липучке. То есть убираете сюда ручки, да, и здесь уже у вас, да, видите, широкие ручки, очень прочно прошито, все хорошо. Здесь регулируете, и получается у вас рюкзак. То есть захотели сумочку сделать, убрали это все. Но здесь, естественно, закрепили все. Ручки вытащили, и, пожалуйста. Прям 2 минутки, и спортивная сумочка готова. Отличный вариант. Ну и здесь, давайте с вами посмотрим. Здесь, конечно же, большой такой отдел. Ну, для обуви можно даже футбольный мячик засунуть. Большой, просторный такой отдел. Цена этой сумочки 1200 рублей. Материал водоотталкивающий. И также у нас наличие спортивной сумочки Sport. Аналогично как сумочки Nike и Adidas. Размерчик у них одинаковый, цвет фиолетовый. Также идут в расцветочке в розовый, голубой и черно-белый. Аккуратно, красиво по середочке сумочки расположен логотип Sport. По бокам фиолетовые красивые вставочки, широкие красивые регулирующие ручки, также фиксатор на липучке. Спереди хочу вам показать, располагается карман на молнии, очень большие кармашки. Также сеточкой карман сбоку. Здесь такой ремешок для того, чтобы можно было чемоданчик повесить на чемодан эту сумочку. И сбоку расположен красиво логотип Sport. Здесь колечки для того, чтобы фиксировать ремень через плечо. Отделение большое, глубокое. Подкладочка водонепроницаемая. В комплекте также идет широкий регулирующий ремень в цвет сумочки фиолетовый. И сбоку расположен карман для мелочей. Цена этой сумочки 750 рублей. Напомню, что они идут в расцветочке фиолетовый, голубой, розовый и черно-белый. Шикарные сумочки, вместительные и очень удобные. У нас в наличии большое количество беспроводных наушников. Беспроводные наушники iPods Pro 2 идут в красивой белой коробочке. Все наушники у нас запечатаны, стоят пломба. Цена от 750 до 1000 рублей. Все зависит от комплектации. В комплекте идет кейс с наушниками, инструкция и провод для зарядки Type-C на Lightning. Ну и, конечно же, комплект AmbiShore.
Дальше. Беспроводные наушники iPods 2. Новые, запечатанные. У нас все наушники запечатанные. При покупочке вы их можете вскрыть и проверить на месте. Именно в этих наушниках в комплекте идет провод USB на Lightning. Также идет в комплекте кейс с наушниками, естественно, и инструкция. Цена этих наушников 850 рублей. Цену всех наушников и всего товара я называю в розницу. Так. Беспроводные наушники iPods 3. Также новые, запечатанные, стоят пломбочки. В комплекте идет кейс с наушниками, провод для зарядки Type-C на Lightning и инструкция. Цена от 750 до 1000 рублей. Все зависит от комплектации. Беспроводные наушники iPods Pro с шумоподавлением. Цена 1500 рублей. Сейчас я их вскрою. Я их открыла, показать вам. Сейчас аккуратненько. Коробочка так прям плотненько закрыта под вакуумом. В комплекте, как я и говорила, инструкция. Кейс с наушниками. Ваночка. И комплект амбушюр и провод для зарядки. Цена этих наушников iPods Pro с шумоподавлением 1500 рублей. Также у нас в наличии есть провода Type-C на Lightning. Идут они в таких красивых коробочках. На всех коробочках стоят пломбы. Длина провода 1 метр. Цена 180 рублей. Провода у нас USB на Type-C 3,1 ампера. Сейчас вскроем, посмотрим. Белый провод, длина 1 метр, разъем USB на Type-C. Цена 180 рублей. Цена зависит от качества. Вот такие вот бюджетные провода. Качество хорошее. Идут также в коробочках. 3 ампера провод, длина 1 метр, цена 60 рублей. Провод мягкий, очень приятный. Разъем USB на Type-C. Так, также у нас есть еще провода, сейчас я вам покажу. Провода у нас Type-C на Lightning, идут также в коробочках, стоят на коробочках на всех пломбы, цена 180 рублей. И провода у нас в наличии Type-C на Type-C, также в коробочках, стоят на всех пломбы, длина провода 1 метр, цена 180 рублей. Поэтому пишите, не стесняйтесь. В наличии у нас также бюджетные наушники i100. Идут они в черной коробочке. Специально вскрыла вам показать. Так они идут новые, запечатанные. Так, идут они в коробочке в такой черной. В комплекте идет кейс с наушниками. Цена именно этих наушников 250 рублей. Цена, конечно, смешная. В комплекте идет еще с ними провод USB на Lightning и инструкция. По такой цене, конечно, они смешные. Провод один бывает 300 рублей стоит. Цена 250 рублей. Также есть микрофон, датчики, музыка. Проверяли, вообще отличное качество. Но за 250 рублей они просто шикарные. Также есть у нас беспроводные наушники Redmi iDots 2. Цена этих наушников 450 рублей. Сейчас я вам одну коробочку вскрою, покажу. В комплекте идет сам кейс с наушниками. Новый, запечатанный. И сейчас, наверное, с этой стороны я вам покажу. Там идет комплект амбушюр с ними. Так, сейчас мы с этой стороны аккуратненько с вами вскроем. И посмотрим. Так, да, здесь у нас идет инструкция и комплект амбушюр. Цена этих наушников 450 рублей. Подключаются наушники ко всем телефонам, где есть Bluetooth. Либо Android, либо iPhone, без разницы. Также эти i100, который за 250 рублей, также подключается к любому телефону. Также у нас в наличии комплекты для зарядок и других
устройств. На 35 ватт идет. В комплекте идет блок сам с двумя разъемами Type-C. И в комплекте идет провод Type-C на Lightning. Цена этого комплекта 500 рублей. Комплекты идут еще у нас на 20 ватт. Также идет в комплекте сам блок с разъемом Type-C и провод для зарядки в комплекте Type-C на Lightning. Цена этого комплекта 450 рублей. Также у нас в наличии большое количество ярких, красивых чехольчиков для беспроводных наушников. Как на прошки, на вторые, на Pro 2 и на третьи наушники. Вот такие вот красивые яркие чехольчики. Все идут в коробочках. Это у нас на iPods Pro идут чехольчики. Желтые, оранжевые цвета, сами видите, в наличии. Зеленые такие чехольчики идут. Черные, желтые, очень яркие. Сейчас возьму чехольчик. Давайте возьмем вот этот зелененький. На наушники iPods Pro. Идут они в красивой такой упаковочке, коробочке. Внутри сам чехольчик. Цена этого чехольчика 100 рублей. Цена смешная. Запечатаны. Так, сейчас мы с вами его откроем. Смотрите, какой красивый, яркий чехол. И еще идет вот такой вот карабин, чтобы сбоку прицепить, да, кто на брюки, да, вешает. Очень красивый такой чехольчик. И здесь специальная защита для самого кейса, да, для вот этого разъема. Сейчас мы с вами возьмем эти наушники. Я вам покажу, как это красиво смотрится. Ну, во-первых, что хочу сказать. Чехольчик – это очень хорошо. Во-первых, это защита как от влаги, так от удара и от царапин. Дольше вам прослужат сами наушники. Так. Одевается очень легко. То есть берете, засовываете чехол сюда. Сам кейс с наушниками в чехол. Сверху. Вот так вот красиво они смотрятся. И здесь специально, да, для того, чтобы пыль, грязь, всякий мусор сюда не попадал в разъем, чтобы потом наушники долго работали. Вот такая вот пимпочка специально сделана. Очень удобно. Цена 100 рублей, зато защита очень хорошая. И вам наушники прослужат очень долго. Открывается. Вот так вот прикольно, классно они смотрятся в чехольчике. Цена 100 рублей. Цена смешная. Цвета все в наличии. Поэтому пишите. Не стесняйтесь. Вот такой вот у нас сегодня большой обзор получился. У меня ушел сегодня целый день. Особо не судите строго, потому что снимала такой обзор большой первый раз. Для заказа одежды и электроники ссылочку я оставлю в описании и первым закрепленным комментарием. Хотите первыми узнавать о наших акциях и новом поступлении товара? Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылочка также будет в описании под видео и в закрепленном комментарии. Всем пока!